Сегодня военная прокуратура Казахстана представила видеозапись допроса Владислава Чалаха. Эй, шайтан, коробка! Не при мне было задержание. А, не при вас, да? Да, мне брат позвонил уже по телефону. Ну, это его дом задержали, да? Он был, в данном случае, я не знаю, он вышел на улицу и уже как бы не вернулся. А, то есть его задержали дома, да? Да. То есть это на улице? Получается, да, может, возле дома это было, не при мне. Очевидно, его там караулили, да? Скорее всего, да, уже было видно распоряжение дано, что его нужно задержать. Пойдем. А судья была женщина одна. Женщина.